Приветствую вас, геймеры, с вами, как обычно, Дмитрий, и мы продолжаем играть в Wolfenstein The Outlaw. Так, четвертая глава из семи. Погнали. Вы в любой момент можете изменить сложность игры, меня наставить, но пока стоит Uber, и я не буду ничего менять. Все, кроме финального босса, чуваки, на убере, я их выносил. Да. Вот на финальном чуваке, конечно, будут некоторые сложности, но я думаю, справимся. Все справлялись, и мы справимся. В этой главе, по-моему, сейчас нам попадется тоже один чувак, который даст позраться, конечно. Да. Так, буква Е для продолжения. Бегство. Ломиком. Что-то опять опять проседает ничего. Во второй главе у нас. Седала. Я упал. Не знаю, в чем дело. Вроде нормально. Вторую голову нормально сняли. Ой, нет, вторую голову нифига наоборот нормально не сняли, сняли. Нормально какую голову? Подожди. Пистолет у нас что, нету, что ли? Берешь налево. Все очень плохо. Слушай. Не, это жестоко. Ну ладно. Ладно, короче, не буду изобретать колеса. Тогда просто подберу патроны и вот так сделаю. Не фанат стелса, так что. Я наоборот только рад. Сейчас тут натворим. Надо быть только поосторожней. А, слушай, вот здесь можно, по идее, пройти было бы. Но здесь, как вы видите, большой мальчик. Да, чтобы его вынести, надо будет ему там сердечко копнуть. Что? Сука. Валим отсюда. Так. Сейчас нам будут людей скидывать. Что-то живучие какие-то. Фига себе, он лег, что ли? Не знал, что он должен будет ковать. Ой-ой, там еще сзади какой-то. Короче, они будут спауниться без конца играют. Так что самое разумное. Решение убежать от большого мальчика. Один есть. Так, сюда. Отлично. Все. Еще им пистолет. Гранатка.
патрончики для шокхаммера. Вот. Бумбен. Стоять. Одну аптечку возьму. Остальные по запасу. Так. Кого больше тут нет? Так. Подожди, что это? Что это? Томат? Еще автомат. Надо большого мальчика искать. Так, и вот это достать сюда. Жопу ему надрать. Не, слушай, его что-то тут нет. Куда он делся? Ладно, хрен. Потом разберусь. Немного позже. Так. Стекла вроде пули непробиваемые, так что... Сейчас соберем тут все. И готовимся к тому, что тут начнется веселье. Нету больше, да. Короче, на фуникулю сейчас поедем. Задача, не можем мы поехать пока. Ха! Слушай. Вот так вот. Так. Сейчас тут махач вообще предвидится нам. Но я этого не хочу. Поедем. Пойдем, точнее, другим путем. Все-таки на сути пожар. И возьмем вот это. Бай-бай, ребят. Ничего мне тут мешаться. Эх. Тут сейчас еще конченый момент будет.
Вот так. Готов. Восстанавливаем подачу электричества. Погнали. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка у нас, пойми что. Viel steht fest. Aber mich bitte nicht überraschen. Das sage ich dir. Тут у нас аптечка лежит где-то. И броня. Все, нету никого. Замочили все. Так. Броня, аптечечки. Все надо бы собрать, подобрать. Осторожненько только. Может, недобитые остались. Что иногда случается. Я возьму.
Ну все, по сути. Тут у нас не залезть. А, вот, тут здесь залезть. Зато. Сейчас будет очень плохой момент. Люто бешеного ненавижу. Ну, придется его полюбить. Полностью бронированы, так что я надеюсь, что все нормально будет. Надо найти чертова офицера. Ты никого не видел. Так. Тут просто реально конченый момент будет. Надо офицера мякнуть. Как бы тут пробраться так, бы Тасю не увидел. Потому что тут сейчас лютая дичь будет. Все, готов. Слава тебе, Господи. Сейчас вот этого вынесем, потому что тут мир боли случится у нас. Видите, еще чуть-чуть, и я бы... Я бы прогорел. Готов. Что-то этих парней тут дофига поставили. Но это еще не самое страшное, ребят. Будет кое-что еще более лютое. Сука, они откуда вообще полезли? Так, вот это. Люблю вот эти штуки.
там, ну, тут будет момент еще более конченый. Я умудрился сейчас с первого раза пройти. Это хорошо. Вообще миссия напряжная. Глава, точнее. Взяли. На всякий случай пистолеты достану. Ну, тут они вроде не нужны. До конца главы осталось всего ничего. Но моменты напряжные будут, их будет довольно много. Вот сейчас, например, случится кое-что. Когда мы дверку откроем ближайшую. Опа! Так. Тук-так. Никого. Это пока никого сейчас появится. Интересные личности. Всякие. Готов. Заряжай. Заряжай. Так, сейчас нам тут эта вещица понадобится мне. Вот не понадобится. Взяли с пулемета, всех снесли. Так. Вот. Большой мальчик нам дробовик оставил. Или я, наверное, подобрал уже. Патрончики. Так, слушай, я каким-то макаром умудрился пулемет в инвентарь спрятать. Веселушка. Ну ладно. Это, наверное, в новом патче добавили. Там, когда я играл первый раз, например, или второй лучше, когда на лунге играл, лучше не было. Очень ключевой момент. Буквально чуть-чуть. Все увидите. Так, знаете. Время заняться.
Так, это вообще откуда меня атаковали? Еще один. Три патрона, это не смешно. Сука. Так. Сюда надо сочи. Да, кстати, классический уровень, что мы сегодня с вами не прошли. Наверное, мы его пропустили. Никого. Это я забираю. Птичка большая. Патроны надо забрать у чуваков. А, слушай, я, наверное, я, может быть, помню, где патроны лежат. Ой, не патроны лежат. Где кроватка лежит? Стоит. Найдем. Это будет находиться немного подальше. Это еще, по-моему, не конец главы будет. В городок мы сунемся когда. Да? Все случится. Все, без палива открываем тут контору. Срочно, срочно. Срочно сейчас надо взять жесть. Лютая дичь надо уже. Ой, жесть. И дай дичь. Этот момент очень, вообще, очень-очень-очень ущербный. Я ненавижу. Так, сейчас добавить. Бомбиншу давай. Но, вылезайте. Хотя, слушайте, у меня же пулемет остался. Так, 60 хп. Все, сохранилась игруха. А, подожди.
Это не то, это все не то пока. Это еще смехуечки. Смехуечки. Это по сравнению с тем, что я мы с вами увидим. Ой, убьет сейчас. Какая-то дичь. Что такое творится сегодня? Тут этот парень лютый снял. О, получай, ущербная зараза. Так, вот сейчас, ребятки, действительно дичь случится лютая. Будем поосторожней, окей? Так, заряжай. С этим мальчиком как обращаться, я вроде помню. А, все, мы его положили. Так, сюда. В таком случае. Осторожненько, сидим в подружке, там еще чуваки, по-моему, нам встретятся. Интересные. А может и не встретятся. Так. Все, сюда. Пистолетики и вперед. Антон,
Блин, на стену еще лезть. Ну, полезем, что остается. Нам сюда и надо было. А ты Израиль вообще? Для того, чтобы с кем-то евреями встретиться. В таверне. И слушайте, это, по-моему, еще не все. Тут нас будет ждать еще одна мочилова. William J. Blazkowicz, US military. Do people call you that? Father used to call me Billy Boy. Так, закрыли дверку, ключик у нас. Ну а мы идем вот сюда, потому что тут кроватка. А кроватка, это значит, сюда мы точно пойдем. Так. Я помню этот левел, он что-то какой-то долгий будет. Может и не будет. Это будет зависеть от того, как я буду шустрый. Более или менее буду шустрый. Так. Обожаю классические левелы. Я уж твою. О! Для автомата патроны дали. Там, скорее всего, ключ где-то в тех краях и будет. Или выход, или ключ. Попал. Так, а ключ мы не нашли. Здесь его не было. Миллионы бочек, колбаски и какая-то дичь. Второй путь, наверное. Рядышком был. Скорее всего, нам куда-то сюда. Все, всех положу. Отлично. Колбаски. И тут тоже колбаски. Тут, может, секрет какая-нибудь есть. Давай. Проверим. В стенку подрумся. Нет, нету. Тут ничего нету пока. Не нашли мы. Ни ключа, ни секретной комнаты. Зачистили здесь. Ой, здравствуйте.
надо поосторожнее с этими типами, они слишком мощные. Все. Готово. Но как-то не верится мне, что тут не может ничего быть. Должна быть какая-то дверь секретная. Два бодигарда таких тут. Так, чали. Не просто ж так. Нет, нету. Нету секрета. А, вот вы. Они выход сторожили. Вот что. Надо запомнить. Ну-ка. Положение на мапе наше. Короче, запомните, что выход это вот тут. Значит, мы пол дела сделали. Теперь надо искать ключ. Ключ, возможно, тоже бодигардами охраняется. Аши тут такие. Нет, тут фамильное серебро. Чуваки. Значит, нам не сюда. Выключим войти. Ладно. Ну, выход в лучших традициях Ульфенштейна может оказаться вообще черти где по сравнению вот медведь. Тут мы были. Тут у нас... А, тут у нас две двери. В общем, надо назад возвращаться и искать ключ. Где-то тут он имеется. Так, здесь мы все рыскали. Это я помню. То есть, либо здесь, либо вот здесь. А, вот, наверное, тут и есть. Ой. Это пипец мог бы сейчас случиться. Так, восстанавливайся. Скорее. О, все, готов. Пидорила. И это что, ради одной аптечки несчастной? Вы смеетесь? Лютая дичь. Слушай, ради одной аптечки тут... Помогайте, руки столько. Ну-ка, может... Может, дверь действительно какая-нибудь секретная. Ну не, такое иногда случается. В классическом Вульфе. Там еще чуваки с пулеметами, по-моему, могут попасться. Вообще жесть. Так, тут мы... Отсюда мы... Собачки. Отсюда мы начинали свой путь. Отсюда... Да, отсюда начинали свой путь. Тут собачки. Там, где собачки, там, видимо, ничего не будет. Да, нам сюда. За ключом. Наверное... Сюда. Я помнил, что тут какая-то дичь. Ключа тут нету, но мы можем тут напороться на интересных личностей. Так. Все. Фига!
ушей. Надо назад вернуться. Вот сюда, да? Да. Тут. Надо колбаски жевнуть. Так, там еще были. Возвращаемся. Все, ключ наш. Уровень повышен. Автомат будет нашим лучшим другом в этой ситуации. Никуда поворачивать, заворачивать я не буду. Идем к выходу. Итак, тут жестоко довольно у нас. Здоровье оттяпали. По-моему, сюда надо. Тюречка. Нет, это тюречка. Так. Ну-ка. Сюда, короче, поворот. Да-да-да-да-да, все. Нашли выход. В таком случае идем спасаться. Так. Да, все, правильно идем. Да, у меня просрался. Дедька. Все, прошли. Такое бывает иногда. Что я не могу внезапно вылезти. Тук-тук. Ladies first. Господин Биджей. William J. Blazkowicz, US Military. Так, оружие надо пополнить. Пока этот мужик нам нотации читает, лучше всего собрать все, что плохо лежит. Это я, наверное, зря сделал сейчас. А вот и собака. Даже FPS просил. Открываем дверку в подвал.
care of the Nazi pigs, Agent Blazkowicz. Kill them all! Две сломают. Да. Этот маленький вам спойлер. Lock this door. Don't open it until I say it's safe. Так, погреб мы не откроем, пока не съедим все здоровье, какое тут есть. Так, и еще кое-что надо. Захватить вот эту штуку. Зарядить полностью. Так, подобрать все патроны, потому что сейчас босс будет. Так. Наверху там ничего. Так, смотри, короче, здесь. Ну, чтобы я смог быстро все подавать здесь. Здесь. И все, походу. Так, шокхаммер нам жизненно сейчас необходим будет. Как и броня хорошая. А, вот еще здесь. Все, пошли. Сейчас будем рекорды по ХП бить. Улучшение здоровья 343. 480 ХП, как вам? Окей. Нацисты все dead. You can. Never mind. Так, а это наш старый знакомый в Киеве. ХП спросил. Афью наш. Эй! Изи! Готов, ешь. Только нам надо было спрыгнуть. Все, изи.
Этот босс вообще простенький, если знать так. Да, друга жаль. Все, следует за Кеслером и закончится мы с вами. Так, я тут кое-что заберу. Да, сумочку. Тут я все облутал, что только можно, так что мы с вами сейчас тут закончим. Задачка выполнена, Кеслер спустится и миссии конец. Блин, что-то такой медленный. Давай, иди сюда. Давай, давай, давай. Давай, давай. Быстренько. Frierst du, meine Liebe? Mir geht's gut. Get in, Agent Blaskovich. We should be on our way. Забираемся. Все, конец главы сейчас будет. Там нам покажут трогательнейший ролик. И все. И куныц. Только что-то думает долго. Не, все нормально. Поплыли. My things. Ничего, сумочку мы взяли. Here. Oh, thank you. So, where are we going, Kessler? To Wolfsburg. That's where Helga will be. Да, отправляемся в Вольфсбург. Веселиться там. What's in Wolfsburg? Death, Agent Blaskovich. Death. Так, часть вторая «Мрачная тайна» это уже будет в следующем эпизоде. А на этом пока закончим. С вами был Дмитро. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте пальцы вверх. Всего доброго, увидимся в продолжении данного прохождения. И помните, что все самое интересное будет еще впереди. Thank you, guys!